Здравствуйте, дорогие друзья! Вы вновь на нашей кухне. И сегодня я готовлю отбивные из куриных сердечек. Вот эти вот куриные сердечки я купила их 0,5 килограмма за 130 рублей. Как бы совсем дешево. Сейчас я... я их помыла. Ну, там они еще в крови, надо будет еще промывать. Разрезаю пополам. Убираю все лишнее. Кровь запекшаяся там. Если что-то вам не понравится, все срезайте. И кладу в чашку. Так. Можно жирок посрезать. Собачка порадуется. Все, я дорезала последнее сердечко. Сейчас я их промою. Хорошо. Пусть они у меня стекают, а я тем временем займусь приправками и там приготовлю яйца, муку, все для жарки. Продолжаем съемки. Я вот помыла их. Сито специально опустила, чтобы вода с них стекала. И начала отбивать. Можно, конечно, их через пленочку отбить. Молоточек я вот с этой стороны, с тыльной, как бы не ребрами, да? А то это же такое нежное сердечко. Мне кажется, ребрами пойдет, это не сильно. И надо потихонечку очень отбивать. Не слишком усердствуя. Ой, прям тоненькое. Я еще пальчиком придерживаю, чтобы она мне не скакала. Если бы я через пленку пищевую. Я что-то поленилась, я ж ленивая. Отбила. Сейчас добавлю сюда соли, щепотку. Так, чеснок сушеный. На свой вкус добавляйте. Все, что вы любите. Не хотите, не добавляйте чеснок. Смесь перцев у меня здесь. И смесь перцев. Все, добавлю, перемешаю. Так, все, стоит это у меня. Сейчас уберу лишнее. Разбиваю 2 яйца. В яйца тоже добавлю соль и подсолю. Что-то у меня тут перчик есть черный сегодня. Купила приправки и черного перчика подавила. Так. И все, можно приступать жарить. Муку приготовила. У меня панировочных сухарей нет сегодня. Буду так в муке и в яйце. Яйцо, потом муку и жарим. Масло я растолила, ну как обычно. Конечно, мораются. Но куда деваться, вилкой неудобно мне. Может, кому-то удобно. Яйцо, мука, сковородка.
иногда два раза. Яйцо, мука и снова яйцо по настроению у меня. Отбивные из куриных сердечек я приготовила. Вот вы знаете, очень вкусные. Если вы кому-то не будете рассказывать, что это из куриных сердечек, никто не догадается. Они даже похрустывают. До того такие вкусные. Ну, к ним я сделала гарнир, картошку. Такой шикарный у нас ужин. Нарезала овощи. Слюна бежит, так уже хрен у меня подоспел. Тут такой вот, который я готовила на видео. И сальная намазка. Она у нас стоит в морозилке. Я ее достала. Вдруг муж захочет кусочек помазать. Ой, слюной давлюсь. Так что всем приятного аппетита. Готовьте, пожалуйста, отбивные сердечек вместе со мной. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Хаваю. Что за слово? Эти сердечко. Офигительно. Вообще офигительно. Лариса говорит, что-то быстро съел. Даже не знаю, что сказать, почему быстро. Потому что так офигительно. Офигенно, какой вкусный. Сколько в нем витаминов, считай, свекла и хрен сам. Очень вкусно. Вообще, на ура все идет. Из помидорки с огорода. Ты что показываешь стопку? Немножко тут. 50 грамм налили себе. Лимонада. Выпили. Скажу, что что-нибудь другое забанит все. Что это когнак? Какой-то когнак, голд. Не знаю, сколько ему лет. Лет, наверное, 10 уже. Такой, стоит у нас. Такая выдержка нашей газировки. Ну ладно, всем пока. Кушайте, делайте, не пожалеете. Офигительно все. Хотел сказать покруче, а офигительно. Всем пока. Тут жена говорит, божественный ужин. Говорит, хлеба будешь? Я говорю, да знаешь, как-то мясо отбивные можно и без хлеба. Ну так.